Привет. Ты кто? Что ты тут делаешь? А ты что, надеялся, что все закончилось? Я рождественский призрак настоящего. Призрак? В такой одежде? Хватит пялиться на юбку. Ты превращалась в римлянина? Да, я такая. А еще я умею так. Как так? Ты о чем говоришь? Они голограммы. Проекции, как и я. Кто они? Люди на корабле, которым вы позволите погибнуть сегодня. Зачем они поют? Ради спасения своих жизней. А где Абигейл? Доктор мне все рассказал. Рассказал? Ну, он редко молчит. Вы же его знаете. Откуда? Я его никогда не видел до сегодня. А теперь, кажется, знаю всю жизнь. Как? Почему? Вы единственный, кто может посадить этот корабль. Он пытался сделать вас более добросердечным человеком. Хотел сделать это по-хорошему. Он изменил мое прошлое, всю мою жизнь. Прошлое можно изменить. Скажи доктору, передай от меня, что люди этого не могут. Это Абигейл. Я бы никогда не узнал ее, если бы доктор не изменил мою жизнь ради своей выгоды. Но это же хорошо, разве нет? Нет. А почему она все еще там? Вы же можете выпустить ее в любое время. О, да. В любое время. В любое время. Когда захочу. Тогда почему же вы до сих пор этого не сделали? Из-за того, что доктор сделал со мной. Абигейл была больна перед заморозкой. На пороге смерти. Думаю, заморозка помогла ей. Но она исчерпала свое время. За все эти сочельники со мной. Я могу выпустить ее в любое время. Но у нее останется всего один день. Так что скажи мне, рождественский призрак, какой день мне выбрать? Мне жаль. Действительно, очень-очень жаль. Но даже сейчас у нее больше времени, чем у меня и у всех на том корабле. И хорошо. Рори, переключай сигнал. Данные двигателя. Как я сюда попал? А вас здесь нет. На этот раз вы голограмма. Так как вы собираетесь дать погибнуть многим людям, я подумала, что вам будет интересно посмотреть, как все произойдет. Пение. Что это? Я не понимаю. Это идея доктора. Пение ионизирует кристаллы льда, поэтому оно и нравится рыбам. Он надеялся так стабилизировать корабль. Но ничего не выходит. Не хватает мощности. Тогда почему еще поют? Потому что мы им не сказали. Сэр, насколько я понимаю, вы управляете устройством, контролирующим эти облака. Если вы избавите нас от них, то мы успеем нормально приземлиться, и никто не умрет. Все мы когда-нибудь умрем. Но не сегодня. А чем сегодня хуже другого дня? Как выбрать?